світ образотворчого мистецтва прекрасний та безмежний. Він приваблює людей і дає можливість втілити свої ідеї та розвинути фантазію. Сьогодні дуже популярними є художні майстер-класи, де усі бажаючі можуть отримати навички малювання у художників. На одному із таких занять ми нещодавно побували. Сейчас, во-первых, лето, и детям нужно развитие, потому что сейчас они бегают по улицам, ничем не занимаются, телефоны, гаджеты. Лучше, чтобы они развивались как культурно, так и физически, да. Вот. Мастер-класс у нас по живописи для детей от 6 лет, опять же, повторюсь. Рисовать будем сегодня тигра. Детей надо прививать к любви к животным, мне кажется, поэтому пока что у нас третий урок подряд животное. Сейчас в мире надо побольше делать добра, чтобы больше любили животных, окружение и так далее. Художникам потрібно народитись? Зовсім ні. Цьому мистецтву можна навчитися. Головне, щоб було бажання брати в руки олівці та пензлики. І тоді можна розвити художнє бачення та почуття прекрасного. Учасники майстер-класу розповідають, їм дуже цікаво володівати новими навичками та створювати чудові малюнки. Мені подобається сьогоднішній майстер-клас. Класс, потому что мы рисуем тигра красивыми цветами. Мне сейчас очень нравится, очень красивые цвета, и мне нравится, как нам все рассказывают, показывают, какие фигуры, из каких фигур состоит тигр. Я родился в год тигра, я обязан его уметь малювать. И рад, что сегодня мы малюем тигра. Тигр – это очень красивое животное. И мне очень нравится его рисовать, потому что очень выраженные краски. Очень разные цвета и очень разные оттенки. Рисование мне нравится тем, потому что моя цель – стать архитектором, и мне нужно рисование для этого. Ну и тем более рисование – это как способ показать свои эмоции. Люблю тигра малювати, але не легко. Родився в тигра, я думаю, що мені цей рисунок принесе цю удачу. За допомогою пензелів, пар та поради досвідченої художниці, хлопці та дівчата за кілька годин перетворили свою чисті аркуш на яскраві малюнки, з яких дивилися добрі та красиві тигри.